1230 килограммов польских яблок и 360 килограммов турецких томатов. Такое количество запрещенных продуктов было изъято из оборота Рязанской транспортной прокуратурой. Один из предпринимателей, занимающийся реализацией плодоовощных на пятой базе, приобрел санкционный товар, не очень задумываясь о последствиях. Теперь запрещенные фрукты и овощи подлежат уничтожению. В настоящее время партия яблок уничтожается Россельхознадзором, а томаты находятся на ответственном хранении, так как для них предусмотрена иная процедура уничтожения. Они уничтожаются только с согласия собственника в случае невозможности возврата его в Республику Турция. Сейчас транспортная прокуратура проводит мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности. О том, как запрещенные продукты попадают на отечественные прилавки, ни для кого не секрет. Например, польские яблочки в дружественной Белоруссии не запрещены. Оттуда через Россию со всеми документами выдвигаются фуры с транзитным грузом, например, в Казахстан. По всем бумажкам яблочки 100% доедут до пункта Б. Только вот в этот раз они осели в Москве. Наша съемочная группа направилась прямиком на Первомайский рынок. Мы проверили, пользуются ли популярностью российские яблоки, а заодно поинтересовались у рязанцев, поддерживают ли они идею запрета на ввоз некоторых продуктов питания и готовы ли поддержать отечественного производителя. Скажите, пожалуйста, какие яблочки вы больше предпочитаете? Наши российские или... Наши российские, конечно. А почему? Ну, потому что мы вроде знаем, что мы должны хорошие там быть. Должны... То есть у нас вкусные? Да. Может, меньше обработанные. Но все-таки российские яблочки предпочитаете? Российские лучше всего, да. Да, российские. А почему они? Да потому что неизвестно, откуда привозные бывают. Да. А вот и вы, то есть, поддерживаете идею санкций? В смысле? Нет, они не нужны. Пусть лучше российский будет продукт. Пожалуйста. Потому что вот детям покупаем. У меня вот к вам тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, это российские яблочки? Да. Беру только российские. Если не обманывают, конечно. Поддерживаете идею санкций? Конечно. О чем речь? Конечно, поддерживаю. Я все поддерживаю. Идея импортозамещения и поддержки отечественного производителя не нова и весьма полезна. Главное, как говорится, создать комфортные условия. Этот момент наши законодатели сейчас рассматривают более углубленно.